Йоу, друзья, всем море приветов, Нептунчик здесь, и, конечно же, я желаю всем позитива, потому что сегодня у нас на обозрение в рубрике «Прикольные игры», как вы уже догадались, будет симулятор тигра. Самый, типа, очень правдоподобный симулятор тигра. Ну, а тигр — это обычно хищный зверь, правильно? Это большая такая хищная кошка, который ведет охоту за мелкой дичью, жрет, спит, заводит потомство, по идее, в этой игре это все должно быть. Поэтому давайте плей. Сейчас будем быть офигительным тигром. Че это такое? Погоди. А, все, мы начали. Мы начали. А типа как-то переиграть можно? Я хочу поменять ник. О, можно или нельзя? Вот, идеально. Понимаете, это еще не просто симулятор тигра, это еще и прокачка. Можно так прокачивать энергию, жизнь. Все, я доволен. Все, у меня теперь есть имя. Я Нептун, и моя семья только я. А еще у меня есть параметры наверху ваших экранах. В углу, с левой стороны, видите, сердечко — это моей жизни. Символ молнии голубенький — это моя энергия. А еще есть монет. Что? Монеты? Не знаю зачем, но они здесь есть. А еще мясо, это чтобы я не голодал, правильно? Короче, это мой тигр. И все, что мы здесь делаем, это бегаем. Вот есть пальма. Я могу побить пальму. О, там какие-то два крокодила входят. Но я не думаю, что это логично к ним подходить. Они мне сейчас базды дадут-то. Я, пожалуй, отсюда пойду. Вон на пальму залезть и сидеть. Так. Что мы можем здесь сделать? О, смотрите, там есть еще один тигр. Привет, тигр. Как дела? Кто-то сломал мост. Через реку, который вел. В общем, нужно нам что-то найти. А, починить. Что? Что? What the fuck? Что ты мне делал? А, починить мостик, окей. Я же говорю, что это очень правдоподобный симулятор тигра. А что еще тигр делает в свободное время? Ну, чинит мосты, например. Че? Эй, господин... Ай! Господин аллигатор, какого хрена? Это было не очень логично подходить к крокодилам. Так, погоди. Стрелочка показывает мне, куда топать, правильно? Вон мост, видите? Он полуразрушенный. Сейчас я починю его. Сейчас я вам починю. Или это не тот мост? Подойди. А, все, вижу. Черт, мне тележку... тележка меня перевешивает. Так. Это напоминает симулятор грузовика. Нужно задний сдать. Все. Поехали. Так, допустим, я пришел. Вот, починить. Так, миссия завершена. Дали 3 звездочки. Ммм, как круто. Теперь я могу переходить с острова на остров. А там, смотрите, там есть люди. Я могу заниматься охотой на людей. Не, погоди, рано еще. Там кошка гуляла где-то. Я хочу кошку. Что, пауки? Кабаны? Привет, кабан, как дела? Ты как... А, ты Пумба. Ты ж Пумба, да, по-любому? Лягушка? Мышь какая-то. А, крыса, наверное, да? А это что? Тоже крыса? Окей. Пальмы, я истинный тигр. О, привет, он мне хочет задание дать. А, коллект, что? Очень рарные вещи хочешь найти. Ну, типа редкие вещи. Поможешь мне их найти? Да, помогу. Он хочет, чтобы я ему принес какую-то редкую вещь. А еще могу делать вот так. А еще могу делать вот так. А еще могу делать... типа присесть и могу? Видимо, нет. Видимо, нет. Я тигр, который не умеет приседать. Блин, тут какие-то... Типа коренные американцы ходят. Ну, индейцы всякие. Так, это что? Крабик. 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 А... Ну, пойдем на крабика. Я убил крабика. Можно его съесть? Так, я убил и съел краба. Зашибись. О, плюха ходит, смотрите. Кот плюшка. Эй, Васька, привет. Чё ты уважаешь? Ты должен уважать тигров.
Так, я съел кота. Так, минутку. Ну, он еще и краби ходит. Он, видали? Это какой-то бесстрашный краб. Он ринулся на меня в атаку, понимаете? Насколько он был отчаянный. Он понимал, что ему уже не жить, и он при этом ринулся на меня в атаку. Котовечка. А это что, улитка? Подожди, пикап, фуд. А, то есть я могу еду собирать. Я могу не есть, а могу, допустим, ну, взять мясо с собой и съесть потом. Правильно? Вот крокодилы мне не внушают доверия, потому что они, типа, сами хищники. Так, крокодил, можете на минутку сюда? Можно я с тобой поговорить, господин крокодил? Я как бы это хотел... Как дела? Как погода? Ты смотрел новый фильм «Веном»? Буквально вышел сегодня «Веном». Говорят, ну, нормальный... О! Какого хрена? Они зажимают, они хитрые! Они ни хрена себе! Вы видали эту хитрость? Они меня обхитрили! Я отвлекся на одного, а второй подходил... с тыла. Вот это у них тактика. Слушай, чувак, братиш, где там? Пошли на охоту, там на крокодилы меня, ну, откоммуниздили. Не хочешь мне помочь? Ты тут запарил своими редкими вещами. Там меня крокодилы отмутузили, а ты свои редкие вещи ищешь. Может, ты мне поможешь, типа, дать бзды тем ублюдкам? Нет? Твою ж мать. Так, ладно. Мне надо на кого-то напасть. О, тут корова пришла. Фермеры ходят. Типа, ничего, что здесь тигр? А ну прочь. Кыш. Это моя корова. О, она мне сдачу дает, смотрите. Нехер в мои владения приходить. Я здесь царь и бог. Все. Я здесь царь и бог. А, я съел корову, смотрите, у меня жизни восполнились. Ибо нехер. Ибо нехер. Так, а что еще? Ну, уйди, корова. Я уже наелся коровы, я хочу. What? What? Это тигр, смотрите, и он... Он влюблен? У него сердечки. Make family. Что? Make, создать семью? Вы понимаете, что это значит? Я буду спариваться с этой тигрихой и типа заведу семью? Давайте. You have made family. Я создал семью. Так, окей. Это что, типа моя жена, что ли? Я не на это подписывался. Я свободный тигр. Не надо мне здесь make family. О, черт, увязалась за мной. Да твою мать, уйди отсюда. Я не хотел. Я был молодой и глупый. Я не подписывался на брак. Ну, типа, да, вечером мы потусили с тобой, но это ничего не значит. Черт. Короче. Ладно, пошли откоммуниздим этих аллигаторов гребаных. Они меня тогда покусали нехило. Так иди сюда. Давай. Нападай. Нападай. Помогай мне. Помогайте. Давай, давай, вали его. О, другое дело. Сейчас мы второго еще аллигатора запинаем. Так. Еду я забрал. Помогай мне, подружка, давай, нападай. Да. Все. Взяли себе аллигатора. Слушай, а ты прикольная девчонка так-то. Я, походу, дело в тебе ошибался. Так, погнали. Значит, друзья. А там снизу, видите, вот шкала снизу, да? Заполняется постепенно синим. Возможно, это мой уровень. Когда полностью себя прокачаю, я смогу распределять очки. Это что? Можно за монеты покупать что-то. Охота, бег. Можно шляпу купить. Я могу быть тигром в шляпе. За 50 монет, конечно. Можно скин себе поменять. Можно быть черным тигром, белым тигром. Розовым тигром. Прикольно. Так, ладно, погнали. Там он какие-то артефакты от меня хочет. Тут тигр. Пойдемте по стрелочке. О, слон, смотрите. Давайте на него нападем.
Это же глупо, но зато я могу съесть слона. Ну-ка, нападай. Нападай, чувиха, нападай. Ух ты. Congratulations. Я убил что? Убил слона и получил левел ап. Или я не убил слона? А, убил его. Ну, с подружки-то, конечно. Так, захаваем. Куда он, правда, в меня поместился, это другой вопрос, конечно. Так, окей. Левел ап сделал, подожди. Я могу себе прокачать. Атаку давайте прокачаем. А, вон, видите, поинсы, вот это, вот эти вот очки, которые сейчас у меня ноль. Видите, ноль. Available skill points, вот наверху, рядом с Нептуном. Нолик, это очки, которые я имею, чтобы себя прокачивать. А у меня еще есть Луна. Это моя девушка. Make baby. Что? Можно еще и тигренка сделать. Офигеть. Фит. А, фит, видите? Фит — это кормить. То есть у меня было 3 кусочка мяса, и я только что ее покормил. Вот как это делается. Поняли, друзья? Неплохо. Надо мне еду, ну, типа, запастись. Сейчас надо овечку убить. То есть, видите, когда я нажимаю есть, я себе жизнь прокачиваю. Когда, допустим, пикап, фуд, я забираю еду, и потом этой едой могу накормить свою стаю. Ну, потому что моя стая не всегда умеет есть самостоятельно. Но, тем не менее. Так, ладно. Пойдем по стрелочке. Какую-то рарную вещь я должен найти. Это ты? Я что-то нашел. Какую-то редкую вещь. Дичь. Редкую. А это что? Наушники? Пак. Он еще шляп какает. Пак. Такие примитивные квестики, но прикольно. Ой, я могу прыгать. Это типа, знаете, пирамиды майя, да? Индейцев. Я царь горы. Бух. Это как типа Египет. А это что? А, маленький сфинк, сфинксик. А сфинкс, кстати, ведь тоже кошка, по идее. О, меч. Короля Артура. Пук. Ну и все, по идее. Вот последняя вещь осталась. Щит. Щит. Миссия завершена. Получил опыты и деньги. Опыт и деньги, это хорошо. Теперь я могу сдать квест, да? Или, скорее всего, его сдавать не нужно? Ну, типа, я уже... Я же выполнил квест, поэтому... Он мне уже засчитался, дали мне монетки. О, змея, тихо. Давайте нападаем на змею. А, она жалит! Она жалит! Она жалит в ответ. Я взял немножко змеиного мяса себе. Про запас. Хорошо. Так, а людей можно на людей нападать? Эй, чувак. Нехер здесь брать. Здесь стаи, типа... Стаи львов бегают и тигров. Нападай, нападай. Мы должны убить всех людей. Окей. Ты что, овечка, охренела, что ли, на меня нападать? А ну, гуляй давай. Взяла овечка, на меня начала нападать. Охренеть. Совсем страх потерял. Петуха. Мочи петуха. Мочи петуха. Злейший враг. Злейший враг. Все, подъем, солдат. Я взял петушиное мясо себе. Так. Что еще? Лошадь! Лошадь! Я еще на лошадь не нападал. Вали, лошадь, вали! Вали, подруга! Я что, зря на тебя женился, что ли? Все, 5 еды. Надо ее покормить, пожалуй. Все. А, смотрите, вон что фишка. Я ее кормлю не то, чтобы у нее жизни восполнялись, а ее прокачивать, видите? Каждый кусочек еды, что я ей даю, дает ей 10% очков, короче. У меня осталось 40, правильно? Поэтому 4 раза еще я дам ей покушать. И тогда она сделает левел ап. Ну-ка, давайте-ка завалим еще парочку животностей. Так, возьмем. Вообще, так понимаю, что наиболее выгодно здесь убивать мелкую дичь, потому что ее быстрее убить, а еду она дает
все равно одну, как и все остальные животные. О, рысь! Как это? А, это пума, наверное, какая-то. Вали пуму! Это наша территория, чуих. Охренела, на нашу территорию зашла? Тут вообще-то наши кошки, тигры обитают. Пума, ну прочь. А, подруг, помогай! Пума меня атакует. Так, все, взяли еду. Ну-ка, теперь давайте покормим. Та-дам! Все. Прокачал я нашу подружку Луну до 2 уровня, вот снизу. И у нее есть 1 очко. Можно качать тоже в атаку, к примеру, или в жизнь. Давайте в атаку. Чик. Окей. А я еще, ну, мне еще долго до прокачки. Надо кого-нибудь крупного завалить. О, крокодил, давайте крокодила будем валить. Эй, Крока! Какого хрена ты здесь делаешь? Так. Еще буквально 1 крокодил, и все. И я буду крутым тигром. Так. Может, скорпиончика убить? Лягушку? Привет. Ладно, живи. Я сегодня добрый. Я хочу скорпиончика. А, он жалит больно, по идее. Есть. 3 уровень. Так, 3 уровень себе прокачал. Офигеть. Можно себе прокачать атаку еще одну. Все, еще атаку прокачал. Кстати, у меня 59 монет. Так. Я хочу себе купить шляпу. Не знаю, почему я хочу себе шляпу гребаную. Так нормально. Тут только квадратный? О, с перышками есть. О, 120 монет. Дорогая шляпа. Синяя шляпа. Все, я купил синюю шляпу. Ладно, погнали, подружка, в город. Тигр с синей шляпой идет терроризировать деревеньку. Деревушку, где живет мирное население. Тигры-убийцы, да? Я же говорю, идеальный симулятор тигра, вот прям правдоподобный. Тигры так и живут. Я уверен в этом. Я ездил в саванну, где там они обитают, и, ну, типа, в Африку, и там тигры так и делали. Они жрали людей и овечек. И приходили в деревня. Вон, моя жертва. Ты чё тут ходишь, как у себя дома? Нападай! Что? Она пытается мне сдачу дать? Жрать! Фермеров жрать! Нападай, 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 подружка. Так. Надо уничтожить всех людей. Кожаные мешки. Умри. А, шериф, смотрите, шериф. На шерифа захерачит. Все. Только обидно, что их нельзя есть. Ну, типа, нету. Взять еду, например. Так, еще. -1. А вы что думали? В сказку попали, что ли? Думаете, раз тигр взял прикольную милую шляпку, типа он добрый? А хрен вам? А по-моему, они плевать, они... В наглую респавнится прямо здесь, на площади. Какого хрена? А ну не респавните здесь. Идите обратно. Что, их убиваем, плевать, они респавнятся. Это не круто. Давайте поиграем в игру «Перепрыгнуть через корову». Я первый. Через теперь через лошадь. Через овечку. Я офигительный тигр. Хрен ты меня догонит. Ладно, напоследок я задеру эту овечку и съем ее. Ну еще лошадь можно. Давайте, лошадь. Слушайте, я офигительный тигр. Смотрите, у меня 3 уровень, между прочим. 2 кусочка мяса можно вот кормить ее. А, чтобы ее прокачать до 3 уровня, нужно уже 150 очков. То есть 15 мяса, видать? Это нужно много убивать живности. Петушок, ты знаешь, что тебя ждет? У меня типа скоро День Благодарения, или там скоро Новый Год. А, Хэллоуин скоро. Я люблю жареную курочку. Ну, конечно, не курочка, это петух, но тем не менее, чувак. Может, ты остановишься и послушаешь меня?
Хозяин пришел. Ты чё? Я с одной плюхи вырубил. Все, взял еду. Ну что, подружки? Эпик. Жалко, что нельзя на себя посмотреть нормально. Я хочу как-то привязь себе сделать, а не могу камеру мотать. Может, на паузу нажать? Нет, нельзя. А, дайте мне себя зафоткать. Как-то. Это грёбаная шляпа мне мешает. Ладно, этого хватит. В общем, друзья, ну такой вот симулятор тигра. Надеюсь, вам понравилось и вы получили немножко позитива. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был Нептун и мой любимый тигренок в этом симуляторе. Всем пока-пока. Всем до встречи.